Имя Михаила Архангела носит и главный храм Сочи. Сегодня здесь престольный праздник. Рано утром в церковь пришли празднично настроенные верующие. Пока ждали прибытия митрополита, поздравляли друг друга и с православным днем, и со светским днем города. Сегодня день святого Архангела Михаила. Он считается покровителем нашего города. А этот храм построен в честь его чести. Вас всех с праздником. Всего вам хорошего. Митрополит Исидор тепло поприветствовал всех собравшихся и возглавил торжественную службу, которая по традиции проводится в престольный праздник в каждом храме. Благослови! Православных в этот день каких-либо особых обычаев нет, однако верующие с большой радостью ожидают гостей. Да и сами обычно старались сходить в гости. Тем более, что все необходимые сельскохозяйственные работы к этому времени уже заканчивались. А уже 28 ноября начинается Филиппов пост, который подготавливает верующих к радостной встрече Рождества Христова.